Делегация Бурятии продолжает свою работу в Совете Федерации. Очень много сделано, но что более, наверное, важно, что по итогам работы этих комитетов будет итоговое постановление Совета Федерации. В рамках Дней Бурятии в Москве делегация нашей республики во главе с Алексеем Цыденовым продолжает свою работу в комитетах Совета Федерации. На заседании Комитета по социальной политике главными стали вопросы здравоохранения. Глава Бурятии говорил об обветшании зданий медучреждений, необходимости строительства новой инфекционной больницы и об обновлении материально-технической базы объектов здравоохранения республики, а также о нехватке квалифицированных медицинских кадров и повышении зарплаты медиков. По заработной плате одно из предложений следующее. У нас равенный коэффициент молодым специалистам выплачивается не с первого дня, а если пришел молодой специалист, он заработает через 3 года. А если человек переезжает с другого региона, не с северного, да, то есть переезжает, попадает в крайнюю северу, и ему больше 30 лет, то в рамках действия законодательства он 5 лет должен работать, пока насчет полностью получает региональный коэффициент. Вот. И у нас предложение в том, что региональный коэффициент получит платили с первого дня. Представителям нашей делегации удалось найти поддержку сенаторов и в вопросах, касающихся агропромышленного комплекса. Для республики мы просили увеличение капексов, то есть возмещение части прямых понесенных затрат по овощехранилищам с 20% до 50%, чтобы увеличили, по молочно-товарным фермам также с 25% до 50%, да, и на строительство и модернизацию тепличных комплексов увеличение капексов с 20% до 40%. Вот, все наши предложения были поддержаны. Подводя итоги второго дня Бурятии в Совете Федерации, первый зампред правительства республики Всеволод Мухин в частности отметил. Очень много сделано, но что более, наверное, важно, что по итогам работы этих комитетов будет итоговое постановление Совета Федерации. И главное, потом нам совместно Совет Федерации, правительство Республики Бурятия, правительство Российской Федерации, которому адресован целое, наверное, большинство рекомендаций, эффективно отработать и воплотить эти рекомендации в жизнь. Наверное, вот это главное будет итогом. Но сам факт, то, что при поддержке Совета Федерации многие вопросы нашли сегодня внимание, говорит о том, что мы, когда будем поднимать свои вопросы в правительстве, будем находить соответствующий отклик и поддержку сенаторов. Алексей Унагаев специально для программы «Вместе», телеканал «Мир Байкал».